Приветствую. У нас сегодня среда, 20 марта. Посмотрим, какие у нас сегодня карты будут. Так, у нас сегодня букет. Итак, монеты, закрытая дорога. Сегодня вас бы предполагала хорошая прибыль, но в связи с какими-то просто обстоятельствами вы не сможете получить денежку. Для кто-то не сможет, кто-то вложится в образование, либо в себя. В себя. И это даст вам наслаждение, красоту, гармонию. Это говорит нам букет с монетами. Какую-то еще задачку вы на сегодня закроете. Просто не будете ее разбирать, уделять внимание. Она здесь малоиграющая, вот эта карта, закрытая дорога. Я вижу здесь преимущественно, что букет. Это карта недолгосрочная. Ну вот то, что сегодня будете делать, оно даст вам изобилие, наслаждение и радость. В общем, а какие-то повседневные дела вы просто закроете. Карты дня говорят о том, что сегодняшний вклад будет для вас только на пользу, чтобы в дальнейшем вы расцветали и расцветали. Ну и в общем, сегодня не день переговоров, а такой вот кардинальный, глубокий, четкий и ресурсный день. То, что будете делать сегодня, то, что начнете сегодня делать, оно даст в будущем плоды, наслаждение, гармонию и красоту. В общем, а какие-то повседневные дела вы просто сегодня закроете и не будете уделять им внимания, потому что они для вас сегодня не актуальны. И все. В общем, пожалуйста, на благополучие настраиваемся и на рост. Рост изобилия и гармонии. Повседневную рутину убираем. Хорошего дня!